Порталы, порталы и больше порталов, с вами Король Порталов, и сегодня у нас будет первая реакция на Фрейзер. Я в эту игру играл еще когда она была на стадии демки, и потом я очень долго ждал релиза, когда анонсировали то, что игру, оказывается, будут делать до конца, а не просто выпустят ее на конкурс. Да, вот. В общем, я сегодня купил эту игру. В общем-то, мой брат поиграл в эту игру, я еще нет. И поэтому сейчас мы создадим новое сохранение в классическом режиме, в каком же еще. И начинаем. Вау! Персонаж изменился с первых версий. На первых версиях он выглядел вовсе по-другому. Он был толстым. Теперь он не толстый. Вот это да, вот это изменение. Вот это преображение называется. Так. Ну, давайте начнем копать камень. Вот очень удобно то, что можно мышкой вот так вот все собирать. Да. Но, к сожалению, можно все только рушить. Нельзя ничего не рушить. Это чем-то похоже на какой-то кликер-гринделка, знаете? Полукликер, полу какая-то гринделка. Я даже вообще без понятия, как это объяснить. Это очень необычно. А еще к этой игре можно делать моды, и, возможно, я или мой брат сделаю моды, которые добавляют мою одежду как бы в эту игру, чтобы я мог за себя играть, да? И ничего больше, типа. Чтобы я мог одеть своего персонажа, вот как мой, это, скин в Майнкрафте, да? Вот. Но пока что особо игра ничем не отличается от старой версии. Я все так же рублю эти деревья, у них даже текстурка не поменялась. Пока что все, что поменялось, это текстурка кирки и мой персонаж. Это все, что тут поменялось после старой версии. Так, вау. 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 Раньше инвентарь был вот тут снизу. Какая печка, ты о чем? А. А, ну точно, это же было в старой версии. Вау, печка. Капец. Капец. Вот это круто, да. Вот это круто. О, это кто? Кто это? Тебя надо ткнуть? Тебя надо где? А, мы его взяли. Что мы сделали? Он нам дал XP. Где? Вау. Сколько стоит? У нас нету. Это можно? У нас нет угля. Где нам взять уголь? А, окей. Вау. Ну, нормально. Ой, стоп. Это не то, что нужно было сделать. Мы больше одного создать не можем. Тогда создадим и угля побольше. И сейчас сможем себе сделать еще больше угля. К сожалению, наш инвентарь не бесконечный. И ресурсы тоже не бесконечные. Да, этот мир такой. Снаряжение. Вау! Этого не было. Этого не было на демке. Не было этого. Я вообще постоянно путаю демо и бетка. Я не знаю, если честно. Вау! Вот это вот на самом деле всегда было. На самом деле это всегда было. Это что, уголь? Это что, уголь? Вот, это уголь. Это уголь, да? Если я все правильно понимаю, это уголь. Капец, у нас второй уровень. Я помню. У нас теперь есть навыки. Навыки. Вот. Но сокла это явно самое лучшее, что тут есть, поэтому... Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Свекла. Так, что мы можем построить для фермы? Мост, ловушку для рыбы. Рыба. Дадим 8. Построить. Кузница. Да, тут даже места хватает. Третий уровень. Вот это 40 монет дает. Давайте это выучим. Пора покупать земли и расширяться. Правильно мыслишь, чувачок. Воу! Именно вас я ждал. Маленькие негодяи с кирками растаскивают природные ресурсы. Зачем ты меня ждал? Чтобы сказать мне это? Несите мне 2 жука-факела, чтобы я смог уберечь их от беды. Кого? Маленьких негодяев? Все.
Швейная мастерская. Нитки. Пошли в домик. Шкаф. Шкаф, у нас есть шкаф. Не, ну у нас только рюкзак есть. Это все, что у нас есть, по сути. Пошли выходить. Так, нам нужно больше ниток на рюкзак. Так, у нас новый уровень, а это значит то, что новый навык. Вау, сундук. Ой, рюкзак. Так, ну все. Ну что это? Улучшает видимость в темноте, наконец-таки, хоть что-то нормальное. Это однозначно. Для промышленности печь. Бац. Бац. Потому что мы тогда больше атаковать будем. Открываем код. Фу. Да. Вау. Это какой-то монумент. Теперь нам это нужно разгадать. 1, 2, 3, 4. Ключик создать. Уголь. Нам нужен уголь. Потому что мы тогда сможем хилиться от убийства врагов. Что это? Очки ботаника, получаем опыт, увеличим на 25. Это нужно. У нас полно дерева, и мы будем так выгодно все с деревом делать. Я тут обнаружила то, что мы можем скрафтить костяной меч. Так, а еще сейчас мы поймаем этого светлячка. И выполним квест этого дедушки. Спасибо, Жижучков. Можете взять награду эти магические свитки. Боюсь, беспутная эксплуатация природных ресурсов продолжается. Вы не могли бы принести мне побеги дерева, чтобы я обезопасил? Это было зря. Это я зря сделал. Меч готов. У нас есть меч. Костяной меч. Это, наверное, чтобы хлеб делать. Давайте. Я решил поставить кучу золотых монеток, чтобы они создавались. И мы покупаем себе новую землю. А именно. Вау. О. Окей, у нас теперь есть красивенькая шапочка. Это очень важно. Ладно, мостики. Давайте потратим все на мостики и пошли сделаем себе уголь. Якорь. Вот это вот. Вау, у нас теперь есть какой-то музей. Что он скажет? Добро пожаловать в музей. Сейчас наша коллекция недостаточно полная. Я с радостью приму вашу помощь в пополнении наборов. Вы получите награду за каждый собранный набор. Питомец? Это вообще без разницы, то, что мы уже тут кучу прокачали. У нас теперь есть питомец! Смотрите, там что-то появилось. Какая-то принцесска. О, дитя. Пусть мои феи даруют вам вдохновение. Я хочу попросить вас о небольшом пожертвовании. Я дарю вас силой моих фей. Небольшое пожертвование, 1000 монеток. Это слишком много. Куда тебе 1000 монеток? О, лопа. Ой. Это очень ценно, и это даже не обсуждается. Все, мы прокачиваем кирку. Нам вообще все не важно, мы можем прокачать кирку. Давай. Ухи! И что же мы теперь имеем? Слизь кирка. И с него падает слизь. Ну а с вами был я, Portal King. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока!